В этом выпуске заявление о возврате и зачете налогов можно направлять в электронном виде. С 1 августа заявление о зачете и возврате налогов можно направлять в инспекцию в электронном виде. Документ нужно будет заверить цифровой подписью и отправить через спецоператора. Такие возможности предоставил федеральный закон 97-ФЗ. Напомним, что ранее чиновники были категорически против электронных заявлений о зачете и возврате налогов. Опрошенные нами спецоператоры подтвердили, к августу все клиенты получат необходимые обновления. В налоговой службе также обещают к этому времени наладить все программное обеспечение. Электронные заявления считаются поданными в день подтверждения от спецоператора. После этого у налоговиков есть 10 рабочих дней для зачета налогов и месяц для возврата.